Популяция китов увеличивается стремительно. Это, как они говорят, определенно хорошо для биткоина. Продолжается ли сезон размножения китов, Дэвид? Вот что мы действительно хотели бы знать. С таким уровнем неопределенности в рынках. Отсюда мы наверх? Это бычья ловушка? Вместо меня, дополняющего шумные объемы мнений на тему того, что происходит? Да, я потерял стенд. Надеюсь, он скоро найдется, не переживайте. Давайте лучше посмотрим на то, что делают киты. Также известные как супербогатые. В какие игры они играют? Многие, к сожалению, оказываются полностью разбитыми. Они накапливают биткоин или они продают биткоин? Давайте узнаем. В первую очередь, давайте зайдем к биткоин-майнерам. О, привет, спасибо, что зашли. Я все еще кусок мусора. Майнеры, как мы знаем, не были особо приветливы к нам в последнее время. Совсем. Продавая гигантские объемы их инвентаря в течение последних 2 месяцев кряду. Они не особо хорошо подгадывают рынок, в этом есть некоторое утешение. Но координированные продажи майнеров оказывают явное негативное влияние на цену биткоина. Временами казалось, что их продажа не закончится никогда. Но в последнее время они переключились на аккумуляцию. Это внушительный разворот с их стороны. И это очень бычий знак. Есть, правда, одна красная точка. Они продали небольшой объем на этих уровнях цены. Я полагаю, они настроены не сильно по бычьи, не сильно по медвежье, в условиях нынешнего рынка. Так что я свожу это к... в основном по бычьи, с небольшой неопределенностью. Продолжаем. За последний год биткоин-кошельки, содержащие в себе от 1000 до 10 тысяч биткоинов, были в очень сильном восходящем тренде. Поэтому Дэвид Аттенборо утверждает, что сейчас сезон размножения китов попал в точку. Сейчас сезон размножения китов. Но сейчас он вроде как остановился. Количество появляющихся китов резко снизилось. Мы даже можем сказать, что киты не аккумулируют на этих ценовых уровнях. И это медвежий... Но подождите. Увеличить. Еще. Стой! Отмотай! Подожди минуту! Двинься направо! Вот, заморозь это! На полный экран! Мы увидели еще один разворот по отношению к стремительному уменьшению китовых биткоин-кошельков. Так что они аккумулировали на этой просадке ниже 50 тысяч долларов. Правда, не уверенно. Как и майнеры, они, похоже, тоже немного сомневаются. Итак, далее институционалы. Аккумулируют ли они сейчас? Это гораздо сложнее отслеживать. Покупка может быть совершена напрямую от майнера, и мы о ней даже никогда не узнаем. Тем не менее, Coinbase дала всем знать, что они были ребятами, к которым обратился Майкл Сейлор для осуществления его биткоин-покупок. Что, если он поделился своей стратегией с Илоном, означает, что Tesla, наверное, обратилась туда же. Представьте себе, как Майкл говорит Илону зайти на Coinbase и купить там. Стоп, что? Но это делает немного проще задачу узнать, что делают институты со своими биткоинами, что потенциально является самым важным индикатором здоровья биткоина в средней и долгосрочной перспективе. Согласно данным с CryptoQuant, отслеживая объемы биткоина, которые были переведены из про-кошельков Coinbase, видно сильную аккумуляцию ниже 50 тысяч долларов. 24 февраля при цене в 48 тысяч за биткоин 13 тысяч биткоинов покинули обменник. Более полумиллиарда долларов за один день. И то же самое 25 февраля. Январь был абсолютно сумасшедшим. Более 40 тысяч биткоинов. Но помимо этого, эти две даты велики настолько же, насколько любой предыдущий однодневный рекорд. Так что институты, по крайней мере те, которые используют сервисы Coinbase, который вроде как популярен сейчас, абсолютно точно аккумулируют биткоин ниже 50 тысяч долларов, очень по-бычьи. И выглядит так, будто это будет продолжаться. Twitter только что объявил, что хочет задолжать 1,25 миллиарда долларов с последующей выплатой в 2026 году. То, что они сказали по поводу того, на что будут тратить деньги, очень расплывчато. Будем надеяться, это то, чего мы все хотим. Джек наконец-то покупает больше доуджкоинов. Это должно быть шуткой, но я внезапно понял, что это совсем не смешно. Не делай этого, Джек. Итак, в их словах нет того, что это то, на что они будут тратить деньги, но я полон надежд и жду этого объявления. Скрестив пальцы. Я не пытаюсь сказать, что худшее позади. Хотя это именно то, что я пытаюсь сказать. Но даже киты иногда промахиваются. 26% откат сверху вниз, который только что был, это довольно маленькая просадка, по крайней мере по стандартам 2017-го. Мы видели гораздо большие откаты, которые длились от недели до месяца. Даже в январе было хуже, чем сейчас.
Но это определенно может быть среднесрочным дном, учитывая, что Китай аккумулирует под 50 тысячами долларов и поддерживает сейчас рост цены биткоина. Итак, это вещи, которые сейчас считаю самыми важными. Что киты делают? Джек потенциально покупает биткоин, я теряю стенд от микрофона. Но теперь я хочу услышать от вас, что вы думаете? Это медвежья ловушка или продолжение бычьего рынка? Ну что, ребятушки, как вы поняли, уже этот выпуск посвящен зарубежным чувачкам. Первого криптодейли перевел Ваня, он же Сёрфи, спасибо ему большое, респект. И подпишитесь обязательно на криптодейли самого, если вы понимаете English, и поставьте ему лайк, он очень клевый чел. Все партнерские ссылки в описании, там крутые предложения от бирж, обменников и всего остального. Пожалуйста, зацените, подпишитесь к нам в телеграмчик. И давайте посмотрим второй эпизод от Кевина Свенсона. Это мега офигенный чел. Суть в том, что он реально... Ну вот если кто-то и претендует на криптованга, то это он, но он реально не ошибается ни разу. Чуваки, я смотрел его еще в 18-м, в 19-м годах. Он не просто тупо тузимунер, он реально предсказывал, что биток пойдет вниз, когда никто не верил. Он предсказывал медвежьи рынки. Также он никогда не топит за тузимун, когда тузимуна нету. А сейчас он топит за здоровый бычий рынок, в середине которого мы и находимся. Поэтому обязательно посмотрите. Я надеюсь, вам понравится. Погнали! На этом канале мы изучаем биткоин в долгосрочной перспективе. И нам хорошо известно, не понаслышке, как биткоин ведет себя в бычьем и в медвежьем рынках. И иногда это просто шокирует, когда вы смотрите на график биткоина и сравниваете это с тем, что мы говорили с вами здесь 2 месяца назад. Буквально 2 месяца назад на своем канале я сделал видео, которое называлось «90% шанс, что биткоин сделает следующее». И в этом видео мы обсуждали вот такой вот сценарий рыночной структуры. Посмотрите на этот график. И бум! Мы практически сделали то же самое. Как бы цели и цены, конечно же, немножко не совпадают, но структура рынка, которую я ожидал в прошлые месяцы, абсолютно такая же. Точно такая же, как мы и говорили. Погнали. Здорово, чуваки, меня зовут Кевин Свенсон. Добро пожаловать обратно на канал, где мы рассматриваем биткоин и криптовалюты в долгосрочной перспективе. И если, ребята, вы цените такие хорошие долгосрочные прогнозы и анализ, не забудьте поставить лайк, колокольчик и подписаться на Кевина, ссылка на которого в описании. Погнали, смотрим на биткоин на дневном таймфрейме. И этот рыночный бычий цикл происходит быстрее, чем предыдущий. Если вы подметите, каждое параболическое движение здесь было долгое и с хорошими откатами, в отличие от быстрого и растянутого движения, которое мы видим сейчас. И много забавных сейчас теорий, непонятных вокруг этого. Что типа это уже потолок и так далее, но это все фигня, потому что посмотрите, мы находимся прямо в середине нашего коридора по модели Stock to Flow, по которому мы с вами и движемся наверх. Но если вы сравните с предыдущим циклом, то где мы болтались по дну этого коридора достаточно долго, то сейчас мы уже в середине его. Получается, что мы быстрее движемся по этой прогнозируемой модели, чем в 2017 году. И вот сейчас у нас миллиардеры, Уолл-стрит, которые заходят на рынок. И все люди, куча людей начинает покупать биткоин. Мы видим, как Майкл Сейлор, другие знаменитости, все говорят про эфириум, про биткоин, покупают его. И плюс ко всему у нас абсолютно нереальное обесценивание фиатных валют и бесконечный печатный станок для стимуляции экономики. Так что это все ускоряет этот цикл и делает его еще гораздо более быстрым. Ну и как в начале этого видео, я вам показал уже, что наши ожидания и предсказания 2 месяца назад абсолютно точно отыгрались. Точно так же мы видим все на графике, как мы рисовали. И я уже стал думать, как я могу ошибиться? Возможно ли, что я могу неправильно рассчитать? Как я уже говорил, цели ценовые были не точными, но структура рынка абсолютно такая. И также я смотрел на индекс S&P, который пошел немного вниз, и хочу сказать, что если он пойдет вниз, то, возможно, это тоже скажется немножко на цене. Кажется, на цене биткоина. Но, тем не менее, у нас настолько большое печатание денег сейчас и стимуляция экономики, новых долларов вливается в экономику, что я не думаю, что эта коррекция сильно затянется. И многие спросят, Кев, ты что, серьезно, биткоин коррелируется с сток-маркетом? В целом, да, я скажу вам. В целом есть корреляция, и многие просто не видят, потому что у биткоина гораздо другие, гораздо больше волатильность в плане процентов, и это сложно заметить. Но даже на более мелких таймфреймах вы можете заметить,
что даже немного здесь это видно. На самом деле есть корреляция. И они, и биткоин, и S&P оба пошли перебивать исторический максимум примерно в одно время. Так что есть такие темы, которые сходятся. Если стоки задампятся, то, возможно, и биткоин тоже дампанет. И почему еще я так думаю? Да потому что крипторынок — это чистая спекуляция. И когда мы видим такое количество спекуляции, она основана на уверенности. И когда мы видим, что фондовый рынок крэшится, то и уверенность тоже пропадает. Соответственно, у нас есть много институциональных денег, которые зашли. И, конечно же, они по большей степени в фондовом рынке. И если им вдруг нужен будет кэш, если что-то начнет падать на фонде, что они первое скинут? Да, конечно же, биткоин. Если им нужен будет кэш, чтобы откупать фонду, они скинут биткоин. Это просто спекулятивный рынок. Так что да, если сток-маркет будет очень плохо идти, то биткоин тоже может плохо пойти. Так что просто давайте рассмотрим медвежью идею, потому что нельзя тупо топить за тузамон, правильно? Так что если мы сейчас начнем падать, пускай даже в краткосроке, то мы можем упасть куда-нибудь на 38 тысяч и там же коснуться 21-й недельный средний скользящий и потом уже создать большую картину для продолжения роста. Но это пока все просто спекуляция, этому нет еще подтверждения. Прямо сейчас я думаю, что все выглядит очень по-бычьи, и бычий сценарий все еще самый основной, который может произойти. До тех пор, пока экспоненциальная скользящая идет в боковике, более-менее стабильно, и в какой-то момент она столкнется с восходящей линией поддержки, то она начнет тоже подниматься вместе с движением цены, и это подтвердит то, что у нас есть с вами хороший импульс, и это может забросить нас в финальную фазу мании, чтобы добраться до своего очередного пика этого бычьего рынка перед следующим уже большим медвежьим рынком. И я все еще думаю, что мы можем сделать гораздо больше прибыли, чем мы даже с вами думали на этом бычьем рынке. Конечно же, при помощи больших денег институционалов, которые просто сейчас будут запрыгивать в этот рынок, как спасательную лодку. И помните, что это может быть началом как раз территории пузыря, к которой мы вернемся с вами в конце этого масштабного бычьего рынка, в районе 50 тысяч долларов. Да, скорее всего, мы упадем примерно сюда и будем консолидироваться до сотни тысяч долларов уже до следующего халвинга. Вот такие у меня мысли, ребята. Спасибо, если вам понравилось, не забудьте подписаться на меня. Меня зовут Кевин Свенсон, ссылка внизу в описании. И вот такая вот тема. Ну вот такой вот сегодня выпуск. Я надеюсь, вы заценили. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Напишите в комментарии свою историю в крипто. Как давно вы попали в рынок, в каком году? Какие были у вас с этим связаны прикольные или неприкольные истории? Ну а у нас на сегодня все. Посмотрите еще наши прошлые видосы на канале. Они тоже очень клевые. Интервью с CryptoHamster и анализ рынка, который вышел чуть ранее. Там мы говорим про альткоины. Ну и все, всем профита. Это канал CryptoCommons. И до следующего видео. Пока.